Крым выбрал Россию. Подавляющее большинство жителей на референдуме о статусе полуострова проголосовали за присоединение к нашей стране. Буквально за день до этого события свою поддержку автономной республике высказали чебоксарцы. Так многолюдно на Красной площади столицы Чувашии бывает, пожалуй, только в праздники. Но в этот раз другой повод. Перед референдумом о статусе Крыма чебоксарцы провели акцию поддержки. В Крыму, когда я жила, было очень много национальностей, сейчас там проживают. Но мы никогда не знали, кто какой национальности. Мы все были русские, мы все были советские люди. И хочется сейчас, чтобы все, кто сейчас там находился, ну просто увидел нашу поддержку. Мы всегда знали, что украинцы и россияне – это одна нация. Мы солидарны с русскоязычным населением Украины. Мы хотим, чтобы они почувствовали нашу поддержку, наше внимание к их событиям. В результате экстремистских действий в Киеве полностью уничтожено здание дома профсоюзов. Конечно же, уничтожена вся инфраструктура, уничтожены все документы. Это, естественно, парализовало всю дальнейшую деятельность по социально-экономической защите прав и интересов трудящихся. Политики, ученые, деятели культуры, представители общественных организаций – все они, вне зависимости от статуса, высказывали свою поддержку жителям Крыма. Много было молодежи, которую, кстати, так часто обвиняют в отсутствии патриотизма. Мы можем сейчас никуда не выходить, полностью замкнуться и не действовать, и не быть активными. Но придет завтра. А завтрашний день – это время, когда нам придется встать, скажем грубо, у руля страны, у руля республики, у руля города. И нужно понимать, что от того, как мы будем действовать и как мы будем себя вести, зависит то, во что превратится наша родная республика. На митинг пришел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вот этот дух, который я здесь ощутил, это нам помогает в дальнейшем двигаться в правильном направлении. И этот дух передается сегодня молодому поколению. На самом деле, я предполагаю, что завтра состоится грандиозное такое событие на референдуме. Наши крымчане, наши братья скажут свое слово, и они, я предполагаю, присоединятся к нашей любимой большой России. Так и произошло. Крымчане определились с выбором. Не последнюю роль в этом сыграли и митинги, прошедшие в российских городах. По данным пресс-службы республиканского МВД, всего на Красной площади в Чебоксарах собралось около 10 тысяч человек.